Еще одно учебное заведение в области стало соответствовать высоким стандартам обучения. После капитального ремонта преобразилась школа номер 24 в городе Кибастуз. Работы начались в марте и были завершены в срок. Школьники 1 сентября уже сели за новые парты. Школа была отремонтирована по программе «Заманы Мектеп». На эти цели из бюджета выделено 624 миллиона тенге. Полностью был произведен ремонт фасада здания. Во всех кабинетах заменено освещение, канализация, санузлы полностью были заменены. Кроме этого, также проведен ремонт по благоустройству территории. Значит, установлены футбольные, баскетбольные, волейбольные площадки. Также установлена дорожка для бега, детская площадка, отремонтирована столовая. Сейчас производится закуп школьной мебели. Учебное заведение построено в 1993 году, но такие объемные ремонтные работы проведены впервые. Школьники были рады вернуться в обновленное здание. 1 сентября, придя в школу, она была очень красивая, уютная, современная. Классы очень просторные. Очень порадовали новые школьные оборудования, такие как блинбуки, новые парты, стулья, STEM-лаборатория, новая библиотека, в которой очень много книг. На сегодняшний день в школе обучаются более 1000 учеников. Знания им дают около 90 учителей. Евгения Мягченко, Игерим Токпанка, Садосымбек Тока, Ертес Акпарат из Кибастуза.